И voilà, смотрите, тут еще. Тут уже есть participe passé, которые у вас в табличке. Вы можете с этим текстом уже выучить и participe passé из той таблицы. Не все я здесь взяла. Именно в этой таблице вы найдете participe passé тех глаголов, которые формируют passé composé глаголом avoir. А другие у нас будут уже в другом, в следующем уроке. Давайте с вами переведем. В принципе, текст кажется объемным, кажется, что у него достаточно много лексики, но вы практически уже все знаете, как мне кажется. Voilà. По смыслу сейчас посмотрим. Vous connaissez René Descartes. Тут мы смотрим с вами глагол connaître, правильно? Глагол connaître. Вы знаете René Descartes? Вы с ним знакомы? J'ai lu sa biographie. Я прочитал его биографию il y a deux jours. Два дня тому назад. То есть мы с вами видели уже выражение «илья». И запомните, что когда мы видим глагол, конструкцию «илья» и дальше какой-то период, это переводится «тому назад». «Илья une semaine» — неделю тому назад. «Илья deux jours» — два дня тому назад. «Илья un an» — год тому назад. D'accord? То есть вы можете, опять же, эту лексику в себе выписать, это выражение, и придумать несколько с ним разных примеров. Дальше. Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai appris que ce fameux de je pense donc je suis est à lui. И я узнал, что это знаменитое. Я думаю, значит, я существую. Его. Мы с вами видели конструкцию c'est à qui, это чье, а это теперь c'est à lui. Это его, то есть принадлежит ему. Дальше. Конструкция. Vous avez déjà entendu parler de René Descartes? Вы уже слышали о том, как говорят о Рене Декарте. Это конструкция. Я уже об этом слышал. Дословно, я уже слышал об этом говорить. Или я уже слышал говорить о Рене Декарте. Voilà. Дальше. Что у нас? Est-ce que vous avez appris quelque chose sur lui à l'école ou à l'université? Выучили ли вы уже что-то о нем в школе или в университете? Apprendre в passé composé, конструкция с déjà, что-то о нем sur lui или в университете или в школе. Дальше. Je voudrais. Мы с вами не видели кондиционель еще, но это выражает вежливость. То есть вместо того, чтобы сказать je veux, я хочу, вы лучше употребляете je voudrais. И потом с вашу просьбу продолжайте. Je voudrais bien, мне очень бы хотелось. В данном случае bien переводится как очень. Поговорить о нем немного. И вот помните, я вам говорила parler de quelqu'un. Говорить о ком-то. Дальше. René Descartes est né. Рожден. И видите, тут это глагол, который мы увидим с вами в прошлом, в будущем, но это уже naître, то, что мы с вами видели. Рожден в Турейн такого-то числа, 31 марта, такого-то года. Дальше. Его отец, и дальше идет распространение. Кто его отец? Ну, мы уже видели глагол conseiller, то есть консультант, conseiller. Вот я забыла в русском, как это переводится, conseiller. Не консультант. Что-то похоже на консультанта. В парламенте Британии, занялся, это passé composé глагола возвратного, мы потом тоже посмотрим, через урок, воскресенье последнее, занялся образованием своего самого молодого сына, то есть самого молодого, то есть самого маленького. И был дословно ударен, некрасиво перевожу, но чтобы вы видели конструкцию, и был ударен, был, сейчас скажу как, был поражен. Вот в хапе это вообще ударять, но он до такой степени был удивлен, что как будто его ударили. Чем? Любопытством и жаждой знать. То есть мы говорим в русском «жажда знаний». Советник, спасибо. Жажда знаний, жажда знать того, то есть которого он уже называл своим философом. То есть он своего маленького сына уже называл философом. Наверное, не рассчитывая, что он действительно станет философом. А может, рассчитывал. Все-таки советник, должность такая достаточно важная. Дальше. К 10 годам, то есть философом его начали звать до 10 лет. Дальше. Декарт был послан, это пассивная форма, в колледж, который, это наше время, которое мы видели, только что, на тот момент, был основан Генрихом IV,
Il a suivi pendant 8 ans le cours des études dirigées par des maîtres de grande qualité. Он проследовал, то есть проработал этот курс учебы, которые были руководимы, то есть дословно перевожу, метрами, преподавателями очень большого качества, то есть очень профессиональными. Очень рано его вкус и легкость к математике была отмечена профессорами, преподавателями, которые инициировали, то есть ввели молодого человека, Озеркяна, то есть это как, которые инициировали его в Аркян, как в секреты, в тайны этой науки. В 40-х годах 17 века королева Швеции позвала Декарта, и у нее было желание, посмотрите, «Elle a eu envie de philosopher avec lui», у нее было желание пофилософствовать с ним. Но его здоровье философа не устояло перед этим климатом, и он умер 11 февраля 1650 года. И смотрите, пожалуйста, что у нас тут есть. Я сейчас читаю это все по строчкам, вы повторяете со мной. Vous connaissez René Descartes? J'ai lu sa biographie il y a deux jours. Et j'ai appris que ce fameux « je pense, donc je suis » est à lui. Vous avez déjà entendu parler de René Descartes? Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose sur lui? À l'école ou à l'université? Je voudrais bien vous parler de lui un peu. René Descartes est né en Touraine le 31 mars 1596. Son père, conseiller au Parlement de Bretagne, s'est occupé de l'éducation de son plus jeune fils et a été frappé par la curiosité de celui qu'il appelait déjà son philosophe. Vers 10 ans, Descartes est envoyé au collège qui vient d'être fondé par Henri IV et il a suivi pendant 8 ans le cours des études dirigé par des maîtres de grande qualité. Très tôt, son goût et sa facilité pour les mathématiques ont été remarqués par ses professeurs qui ont initié le jeune homme aux arcanes de cette science. Dans les années 40 du XVIIe siècle, la reine de Suède a appelé Descartes. Elle a eu envie de philosopher avec lui, mais la santé du philosophe n'a pas résisté à ce climat. Et il est mort le 11 février 1650. И voilà. Дома вы отрабатываете этот текст, все хорошо читаете, выписываете отсюда particip passé в нашу табличку и тех, которых тоже нет. На следующий раз мы это все еще больше пройдем в этом тексте сложные конструкции, которые есть, мы их увидим в следующий раз, и в принципе он станет легче. Но вам уже нужно начать его учить.
И смотрите, прочитываю последний раз, и вы уже не смотрите в текст, вы просто слушаете, чтобы на восприятие именно поработать. Читаю чуть побыстрее. Вы connaissez René Descartes? J'ai lu sa biographie il y a 2 jours et j'ai appris que ce fameux «je pense, donc je suis» est à lui. Vous avez déjà entendu parler de René Descartes? Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose sur lui à l'école ou à l'université? Je voudrais bien vous parler de lui un peu. René Descartes est né en Touraine le 31 mars 1596. Son père, conseiller au Parlement de Bretagne, s'est occupé de l'éducation de son plus jeune fils et a été frappé par la curiosité et la soif de savoir de celui qu'il appelait déjà son philosophe. Vers 10 ans, Descartes est envoyé au collège qui vient d'être fondé par Henri IV. Et il a suivi pendant 8 ans le cours des études dirigées par des maîtres de grande qualité. Très tôt, son goût et sa facilité pour les mathématiques ont été marqués par ses professeurs qui ont initié le jeune homme aux arcanes de cette science. Dans les années 40 du XVIIe siècle, la reine de Suède a appelé Descartes, il a eu envie de philosopher avec lui. Mais la santé du philosophe n'a pas résisté à ce climat et il est mort le 11 février 1650. Et voilà, что вы делаете дома? Учите вот все, что есть по пассе композе, делаете упражнения и самое главное, запоминаете партисип пассе. Этот текст тоже. На следующий урок мы будем чуть больше развивать эту тему. Возьмем глаголы, которые формируют после композе с глаголом être. Напишите, понравился ли вам текст в комментариях. Уже вот сейчас я вас не буду видеть, потому что записываю уже отдельно. Но все равно напишите в комментариях, как вам этот текст. И какие-то свои, может быть, тоже идеи по поводу того, что добавить или не добавить. Потому что у нас осталось всего лишь с вами 2 урока. Новый материал будет на следующий урок, а уже в последнем уроке мы будем все повторять, нового уже ничего не будет такого объемного, по крайней мере. Voilà. Очень сожалею, что прервался вот этот вот у нас эфир, да, бывают такие технические проблемы, но надеюсь, что никто сильно прям очень-очень не расстроился. Занимайтесь и до скорого. Au revoir!